Что мы думаем? Ну, кроме радости, что мы можем испытывать? Радости ничего, кроме радости, испытывает председатель дома номер 33 по улице Львовская Альбина Александровна и ее соседи. И неудивительно, всего за 3 месяца все подъезды преобразились так, что дом теперь не узнают даже старожилы. Свежая штукатурка, новенькая плитка, блестящие радиаторы. А на входе в мусорокамеры на каждом этаже прочные двери. И так не в каком-то одном подъезде, а во всем доме. А воплотить мечты жителей в жизнь помогла специальная программа от управляющей компании. Получается, что нам дали рассрочку на 5 лет. Но ремонт нам сделали именно в этом году, именно в летнее теплое время, как мы хотели. И все 3 подъезда сразу. Мы договорились очень быстро, потому что проголосовало у нас 80% жителей за. Договорились жители быстро, потому что каждому понятно. Лучше сразу наслаждаться ремонтом, чем делать работы по очереди в каждом подъезде и, по сути, каждый год в этом ремонте жить. А когда еще и цены на все растут буквально каждый день и неизвестно, сколько в следующем году будут стоить стройматериалы, выгода очевидна. Во-первых, сразу улыбка. Сразу какое-то настроение поднимается, заходишь, все кругом чистенько, хорошо. Но это вообще не стыдно пригласить гостей. Гости приходят, ой, это что у вас, это кто вам делал, это как, с чего вы начинали, это вообще очень здорово. Я где-то урежу себя, я лучше куплю дешевую косметику, понимаете, но сдам на то, чтобы было лучше. То есть я считаю, что нужно благоустраивать то место, где ты живешь. Как Чехов говорил, в человеке все должно быть прекрасно, правильно? В управляющей компании говорят, у каждого дома потребности разные, поэтому и подход индивидуальный, и итоговая сумма ремонта, как и величина тарифа, могут отличаться. Но главное условие одно – ремонт сейчас, а деньги после. Конечно, это полноценный, ну и дорогой ремонт, если его разово делать. На средства, которые сейчас есть на данном доме. Но жители приняли решение, что мы предложили, поддержали, конечно, что они сейчас готовы это сделать ремонт, но увеличивают тариф. Но в течение 5 лет они рассчитываются за этот ремонт. Преобразиться таким образом может любой дом, который находится на обслуживании у КЖСК. В компании говорят, программой уже заинтересовались и другие дома. А жители Львовской 33 отмечают успешное завершение масштабного ремонта на общем празднике двора. Анатолий Качаев, Анастасия Масленникова, новости ТВК.